Тут на X-Factor'і вперше за тривалий час на своєму місці почувається Михайло. Цей стриманий чоловік, який колись пожертвував сценою заради кохання і зрештою залишився ні з чим, довгий час намагався втекти від минулого. Я останні 3 роки, я дуже глибоко йшов, скажімо, в спорт. І як-то так далековато від мене був вокал і сцена. Мої думки заплутує журба. Сейчас у мене рани залатані. Я не хочу возвращаться к этому опять. Это герой. Забытый, но герой. Начал, можно сказать, с белого листа свое движение в вокальном направлении. Это для меня решающий день. Это тот день, в который вот может кардинально поменяться практически вся моя жизнь. Я готов. Привет. Привет. Скажи мне, а вот даже все, что у тебя было до X-Factor в жизни, это сравнимо с тем, что ты сейчас переживаешь, что ты чувствуешь, как ты живешь? Ну, скажем так, я давно такого не чувствовал. Сейчас немножко все по-другому. Настроиться тяжело? Ну, нелегко. Я тебе желаю удачи. Прошу. Здравствуйте, здравствуйте, Миша. Любаша, это Михаил Мостовой, наш герой. Очень приятно. Да. Видишь, смотри, какой форма, а голос... Обещает, что будет все очень круто, да? Я буду стараться. Миша, что вы нам споете? Романс Носкова. Давайте.